Oppo Reno 11 F. F это flat, плоский. Брать или не брать? Привет всем, друзья, вы на канале QQ.ru, с вами Андрей, в руках у меня новиночка от компании Oppo, это Reno 11F. На канале у нас уже есть обзор Reno 11 без приставочки F, и вы знаете, чисто технически у них отличие в том, что F это flat, то есть плоский, у него не изогнутый дисплей, там изогнутый, и еще там больше фокуса на портретную камеру. Здесь же портретной камеры никакой нет, здесь основная камера 64 мегапикселя, ширик и затычка на 2 мегапикселя. Поэтому отличие, по сути, вот только к этому сводится, но в остальном телефоны на самом деле весьма интересны. Технически это середняки откровенные, поскольку именно Oppo Reno это середняки, но с некоторыми как интересными, так и неинтересными нюансами. Как обычно, наша задача в этом видео разобраться, чего больше, допустим, ваша задача посмотреть и понять, для вас вот эти плюсы важны, а вот эти минусы нет, и, соответственно, брать или не брать. Как обычно, посмотрите, сколько смартфоны стоят по ссылкам под видео в магазине QQ. Если останутся вопросы, то ждем в комментариях под видео или лучше, быстрее в нашем телеграм-канале, ссылочка тоже есть под видео. Но давайте пока начнем. Итак, Oppo Reno 11. Технические телефоны очень близки, здесь AMOLED матрица 6,7, 120 Гц, одинаковый процессор Dimensity 7050, встроенная память 256 ГБ, быстрая зарядка 67 Вт и батарейка на 5000 мА. Дальше вот начинаются некоторые нюансы. Давайте с комплекта начнем. Ну и про наш ежемесячный розыгрыш одного смартфона и множество промокодов. Условия все те же, пишем комментарий содержательный по теме видео под этим видео. Дальше следим за анонсами и участвуем в розыгрыше в следующем месяце. Удачи! С Reno 11 в комплекте лежал неплохой силиконовый чехольчик и зарядка. Здесь у нас зарядка на 67 Вт, вот эта наклеечка. Здесь, кстати, тоже написано «Эксперт портретной съемки», 64 мегапикселя, 5000 аккумулятор, плавная анимация и IP65, защита от пыли и воды. Чехол, кстати, как я просил, на самом деле в том случае, прозрачный, силиконовый, с усилениями такими матовыми на боках. Вот, пожалуйста. То есть, напомню, телефон продается в двух цветах. У меня вот такой темно-зеленый, есть еще такой голубенький. Защищает камеру, опять же, немножко наплыва, защищает и дисплей. Ну, в принципе, опять же, приятно, что уже в комплекте как минимум лежит. Опять же, на экранчике сразу наклеена пленочка. Не придется отдельно сразу защита, как-то сразу быстро искать, срочно заворачиваться. И смотрим смартфон. В отличие от Reno 11, который изогнутый, здесь у нас полностью царство ровных граней. Не изогнутый дисплей, ровные грани и сверху, и сбоку, и со всех сторон. Телефончик даже весьма устойчивый, то есть грани, как понимаете, максимально ровные. Даже что, и здесь встанет, и здесь встанет. Можно без подставки даже использовать. И очень-очень тонкий. Честно говоря, вот опять же в руке мне даже больше 11F понравился, чем 11. Хотя я сам использую сейчас телефон с изогнутым дисплеем, вроде как подпривык уже. Но вот словно беру вот этот 11F, и как-то вот в руке лежит он мне лучше. Задняя часть здесь пластиковая, матовая. Хорошее такое покрытие симпатичное. Немножко выступает над корпусом камера. Но вот без чехла использовать, честно, идея будет так себе. Но телефончик очень тоненький, очень легкий. Прям вот в плане эргономики здесь все прям вот как надо. На экране отпечаток пальца используется. Справа качелька громкости, кнопка включения. Сверху дополнительный микрофон шумоподавления. Слева слот для двух сим-карт карты памяти. Наконец, снизу разъем USB Type-C и основной единственный динамик. Стерео в телефоне нет, опять же, в отличие от Reno 11. Ну и также здесь вообще все линейки, как в 11, так и в 11F, нет разъема для наушников. При этом Reno 11F, в отличие от Reno 11, который вроде как старший брат, получил еще какую-никакую, но защиту от пыли и влаги. Я могу честно даже говорить, наверное, защиту от воды, потому что в обзорах многих, и в том числе упирает на это отдельно производитель, смартфон поддерживает защиту по стандарту IP65.
И я помню, что всегда в видео я говорил неоднократно, что вот уровень защиты от воды хороший, это IP67, это IP68, где там погружение на воду, на там 1.5 метра и так далее. Но вот тут у нас появляется один из первых смартфонов, который вот прям вот IP65 декларирует, и во многих тестах спокойно люди опускают его в пресную воду, достают оттуда, и действительно вот производитель заявляет о том, что прошел он тестирование под струей воды, или при погружении в пресную воду на глубину до 20 сантиметров на время до 30 секунд телефон у вас, типа, защищен. Нет гарантий, что он у вас не утонет. Но я хочу сказать, что таких же гарантий нет для любого телефона, в том числе с IP68, даже 69. Любой телефон может утонуть даже в пресной воде, даже пролежав там буквально несколько секунд. Защита — это просто защита. Сравните это с бронежилетом. Бронежилет вас не защитит от танка или от попадания в голову, допустим. Защита — это хорошо, поэтому здесь мы отмечаем как плюсик серьезный для этого телефона, что защита, она присутствует, но не надо думать, что там это прям сильно лучше или сильно хуже, чем, допустим, на других телефонах. На экран отпечаток пальца, рамочки очень тоненькие, симметричные, фактически всю лицевую панель занимает дисплей. Дисплей 6,7 дюйма, AMOLED-матрица, частота развертки 120 Гц, разрешение Full HD, и это, ну, в принципе, опять же, неплохая, очень неплохая AMOLED-матрица. Проблемы с шимом здесь также нет. Частота пульсации 2160 Гц. Людям с чувствительными глазами телефончик подойдет из-за этого, поскольку усталость глаз будет меньше. Минимальная. И при этом, опять же, очень, опять же, отмечаю быструю отклик на касание. Частота дискретизации, по-моему, 240 Гц. То есть, в принципе, подойдет там геймерам, которые играют в экшены, вполне себе дисплей такой реально отзывчивый. Само собой, на месте стандартные настройки для AMOLED-дисплеев. Классная темная тема, множество возможностей по управлению цветовой температурой, шрифтами, еще чем-то. Поуправлять можно частоту обновления дисплея. Ну, по умолчанию оставляю там 120 Гц. Здесь регулировка идет от 60 до 20 Гц. И, конечно же, есть здесь Always-on Display. Называется всегда включенный дисплей. То есть здесь можно какие-то поставить там часики, уведомления поставить, чтобы они были видны полностью или не видны, просто там, чтобы прошло сообщение. Какие-то картинки поставить, нарисовать, персонализировать. Свою рожу можно отсканировать, с 3D поставить тоже на вот, собственно, блокировку. Пожалуйста, играйтесь и занимайтесь. Экранчик, откровенно, неплох. Еще раз отмечаю, да, то есть, по сути, отличие здесь дисплеев по возможностям технологии RN11, RN11S, только то, что здесь плоский, а там изогнутый. А что же касается начинки, здесь все идентично с 11-м. MediaTek Dimensity 7050, это переименованный Dimensity 1080, оперативной памяти 8 гигабайт, в 11-й 12. Встроенной памяти 256 гигабайт. Оперативку можно расширить за счет встроенной памяти, но этого делать не нужно, ничего вот этого не получите, и, в принципе, смысла особого нет. Телефон, как рабочая лошадка, показывает себя отлично, набирает больше 500 тысяч баллов, у меня 602 даже тысячи баллов набрал, смотрите. Хороший очень показатель, хорошее и видеоядро, так что телефон понравится по части производительности и тем, кто играет, и тем, кто не играет. Поиграть можно будет во все игрушки, даже самые-самые продвинутые, которые могут запускаться. Как минимум на средних настройках все это будет у вас работать. Процессор хороший, не сильно нагревается, не тротлит, поэтому вполне себе такой универсальный боец по многим задачам. Поэтому, пожалуйста, с производительностью окей. За автономность отвечает батарейка на 5000 мАч, зарядка 67 Вт в комплекте, который телефон заряжает за 40 минут полностью, за 15 уже половину. И с автономностью телефона, в принципе-то, и так неплохо. На день уверенный, а то и полтора дня работы хватит, где-то 7 часов дисплея из телефона можно выжать. Ну и, собственно говоря, на 11 точно такие же показатели. К концу дня у меня оставалось там процентов 20 с чем-то заряда, это, ну, причем такой нормальной, активной эксплуатации. Так что вполне себе можно использовать. Говоря про камеры, начинаем с селфи. Селфи 32 мегапикселя, по ней же идет разблокировка. Само собой, нужно какое-то освещение, чтобы разблокировать, потому что это обычная селфи-камера. Но селфи хорошая, пишет звук неплохо. Есть вот эти плюшечки для блокировки шумов сторонних. Пишет видео, причем на селфи, в том числе и в 4К. 4К только 30 FPS, в принципе, и Full HD только 30 FPS, но кому потребуется, пожалуйста, селфи явно неплохая, в том числе для записи видяшек. Основная камера здесь представлена тремя модулями. Самый основной модуль 64 мегапикселя, помогает ему широкоугольная камера на 8 мегапикселей, и, наконец, третья затычка всего лишь на 2 мегапикселя. Само собой, здесь мы видим
видим как раз, чем упростили камеру. В 11-м Рена у нас оптическая стабилизация 50 мегапикселей, ширик также на 8 мегапикселей, а вот третья камера — это портретная камера с двукратным зумом 32 мегапикселя. С другой стороны, если тебе не так важен портрет, то вопрос выбора вот этого телефона даже, может быть, в каком-то смысле более оправдан, потому что, несмотря на то, что здесь нет оптической стабилизации, вроде как модуль 64 мегапикселя, он более старый, чем 50-мегапиксельный в Рено 11, но то ли там что-то недооптимизировали, то ли еще что-то, но вот я фотографировал, я снимал видео на Рено 11F, я сравнивал с Рено 11, и основная камера на Рено 11F мне понравилась больше. Причем практически во всех условиях. Камера как будто бы меньше шумит при сложных условиях вечером, ночью, днем вообще смартфон фотографирует, но очень близко и идентично. Опять же, со светом, с контролем светом лучше справляется опять 11F. Как бы ширик и там простенький совершенно. Макрокамера, вообще про нее не буду даже говорить ничего. Да и видео пишут телефоны оба, в принципе, одинаково. Там на Рено 11F, опять же, даже немножко цвета мне больше понравились. Вопрос интересный, честно говоря, потому что, с одной стороны, вроде как подводят к тому, что в Рено 11F камера должна быть лучше, там еще и портретная камера, но, с другой стороны, оказывается, что портретная камера там значительно лучше. Портретные снимки там получаются, конечно, на вот 11 лучше, без сомнений. Но тут как бы вопрос, да, там, что для вас первичнее, что для вас важнее. Как по мне, вот еще раз, мне по камере, по совокупности больше даже 11F зашло. Но я не любитель портретов, так что дальше думать вам. Что касается связи, то две симки, GPS, GLONASS, NFC, Wi-Fi 2.4, 5 Гц, Wi-Fi 6 поколения, все это работает безукоризненно, никаких вопросов, сюрпризов у меня лично нет. По части звука, честно говоря, в 11F как-то не соответствует цене однозначно. Вибра линейная, простейшая, ничего такого. И со звуком тоже как бы так. Даже стерео нет, и разъема для наушников нет. Зато есть вот эта функция 300x, когда мы доходим до 100% громкости, а потом можем еще сделать громче. Телефон еще громче начинает орать, конечно, качество у него от этого не проявляется, особенно учитывая, что здесь стерео нет. Так что лучше бы уж все-таки хоть какое-то, хоть полуторное стерео придумали, как по мне. Но звучит, по крайней мере, хотя бы как-то неплохо. Ну и по поводу прошивки. Android 14, Color OS также 14, много настроек безопасности, профилей для себя, там свой магазин приложений есть. Есть мусор, который предустановлен, можно удалить. Есть там, опять же, дублирование приложений. Есть там свои какие-то защищенные пространства, папки и так далее. Важная фишка — это, конечно, то, что Oppo пообещали в этот средний класс, и в том числе в Reno 11F, принести плюшечки нейросетевые. Допустим, удаление объекта с фотографии просто прям из галереи телефона. На своем Oppo, на более дорогом, у меня флагманский, я же его потестировал, работает на самом деле прикольно. Очень полезно, когда вот кто-то в кадр попал лишний, какой-нибудь объект хочешь удалить, щелк-щелк, и вот как бы хопа, и пропало, как будто бы ты щелкнул пальцами, как Танос, и все исчезло. Вот мы сейчас взяли, сделали фото нашего Павла, красавчик. Удаление с ИИ. Дальше мы Пашу вот так вот обводим. Делаем щелчок пальцами, как Танос. Паша растворился. Здесь немножко грязновато получилось, потому что, ну, слишком близко стоял, занимал большое пространство. А так вот эта нейросеть, она закрашивает, докрашивает, дорисовывает объекты в соответствии с фоном. То есть она понимает, что вот здесь был стол, а вот здесь стена начинается. И она его тоже зарисовывает. Очень прикольная, на самом деле, штука. Вот именно вот это удаление с ИИ от Oppo. Я на своем телефончике это иногда использую. Прикольная штука, на самом деле радует, что и средний класс в Oppo Reno сейчас начал первый приносить, потому что, допустим, Samsung это только в дорогих телефонах есть или у iPhone. А здесь у нас уже смартфон не такой дорогой, а фишечка тоже появляется. Подводя итог, Oppo Reno 11F в какой-то части мне даже больше понравился, чем его старший брат Oppo Reno 11, потому что он не изогнутый, потому что он такой же производительный, он даже чем-то лучше фотографирует и в сложных условиях, и даже видео как-то посимпатичнее. Селфи здесь такая же, зарядка здесь тоже очень быстрая, автономность хорошая. Вот стерео, конечно, это прям странно. Странно, зачем зажабили. Хотя, наверное, не странно, наоборот, специально, чтобы от Reno 11 как-то его отдалить. Но, с другой стороны, вы представьте, добавили бы еще до сюда стерео. И, допустим, поставили бы макрокамеру, хотя бы на 5 мегапикселей, и какой-нибудь телефотомодуль небольшой, обычный. Явно бы на фоне многих конкурентов Reno 11F был бы намного-намного интереснее. Так он и сейчас остается неплохим телефоном.
симпатичный, производительный, с хорошим дисплеем, с хорошей автономностью и неплохой камерой. Но звезд с неба он как бы не хватает. А вот эта вот фишечка получается, у него одна такая фишечка получается, единственное главное, отличающая его от Samsung, от Xiaomi и так далее в этой цене. Нейросетевая вот эта фишечка с удалениями и так далее. И я уверен, что дальше будут добавляться интересные фишечки. Но вопрос, насколько они вам нужны и насколько вы готовы платить именно за них. Это вопрос не ко мне, это вопрос к вам, поэтому очень хочу услышать от вас мнение по данному смартфону в комментариях под этим видео в нашем телеграм-канале. Посмотрите, сколько смартфон стоит, в каких цветах есть. С вас лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей, Кук.ру. Пока.